Привет всем любителям криминальных драм. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Ловушка для королевы». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Мария Лебедева – королева шахмат, чемпионка мира среди женщин. Теперь она готова бросить вызов и мужчинам, сразиться с гроссмейстерами мирового уровня. Всю жизнь к победе Марию подталкивали ее родители, мать Зина и особенно отчим Кирилл. Ведь большие победы сулят и большие деньги. Однако для самой шахматной королевы турниры не вся жизнь. Она мечтает о семье и любви, а еще надеется разыскать своего родного отца. Об этом Мария после очередной победы заявляет журналистам на всю страну. И вдруг ее отец, Платон Щербинский, спустя столько лет сам находит Марию. Он собирается сообщить ей нечто важное, но он не успевает. Щербинского находят мертвым. Мария оказывается, во что бы то ни стало, должна восстановить справедливость и найти виновных в смерти отца. Внезапно Мария понимает, что все произошедшее с ней не случайно. Ее специально заманили в ловушку и использовали, а сама она стала пешкой в чужой шахматной партии, ставка в которой – жизнь. Актеры – Аглая Шиловская, Ксения Лаврова-Глинка, Александр Дьяченко, Андрей Ташков, Петр Романов, Михаил Гудошников, Татьяна Космачева, Дарья Пармененкова, Юрий Назаров, Михаил Багдасаров.